Стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Исполняет Руднев Костя, 6 лет. Стихотворение Степанова. Начинай. Приснилось медвежонку под самый Новый год, что он большую елку на праздник нам несет. Бегут за ним зайчата и белочки гурьбой. И мы хотим к ребятам, и мы пойдем с тобой. Весь лес волшебным светом каскад тебя зовет. А может быть, все это совсем, друзья, не сон? Все, молодец. Покажи мне.